Ах, эта свадьба бриллиантовая. Супруги Анатолия и Анастасии Киб накануне отметили 60-летний юбилей совместной жизни. В 22-м избирательном округе, где они проживают, есть традиция дарить юбилярам подарки. Так, накануне со знаменательной датой бриллиантовых молодоженов поздравил депутат Павел Бовшик. Секреты семейного долголетия узнал и Павел Берсенев. В 22-м избирательном округе принято поздравлять юбиляров. В честь важной даты навестил супругов и депутат Павел Бовшик. Он вручил им подарки, а также узнал о жизни бриллиантовых молодоженов. Юбиляров мы стараемся всегда отмечать, потому что видим положительную обратную связь. То есть люди всегда этому очень рады, довольны. Внимание, возраст уже достаточно серьезный. Поэтому люди, ну не то чтобы обделены вниманием, но они всегда готовы разговаривать и рассказывать, особенно когда это касается их личной жизни. Кажется, что сама судьба была на стороне этого союза. Иначе как объяснить, что жизненные пути Анастасии и Анатолия так тесно переплетены? Они учились вместе в 4-м техническом училище на одну специальность – электромонтер, но в разных группах. Поэтому пока получали образование, не встретились ни разу. Но так получилось, что по окончании учебного заведения в 1960 году они оба поехали в МИАС поднимать Уральский автомобильный завод имени Сталина. Первые «Уралы» были выпущены при нас. Мы буквально тот цех строили, проводили электропроводку, станки там ставили, все. И лишь спустя полгода после переезда в МИАС Анастасия и Анатолий встретились друг с другом. Первое знакомство произошло в клубе на танцах. Сначала заговорили друг с другом, а затем отношения стали развиваться стремительно. Просто ходили, сначала провожали друг друга, у нас общежитие-то рядышком. Она до меня проводит, я до нее провожу. И вот так вот ходили, провожали. Спустя год, в 1961-м, Анатолий и Анастасия поженились. И с тех пор идут по жизни рука об руку. Они неоднократно меняли места жительства. Из МИАСа перебрались в Магнитогорск, затем в Казахстан. Там они 20 лет жили с отцом Анатолия, человеком строгих взглядов и традиционных ценностей. В Казахстане среди таких народов идет почитание старших. Между прочим, в моих детях тоже вот это вот осталось. Семейная пара вновь перебралась в Магнитогорск 24 года назад, уже будучи пенсионерами. Анастасия и Анатолий воспитали 3 сыновей. Сейчас у них 7 внуков и 5 правнуков. Несмотря на все трудности, коих, к слову, выпало немало, они по-настоящему счастливы, потому что любят и ценят друг друга. Ну, какие могут быть секреты? Просто уважайте друг друга. Уступаете друг другу, доверяете друг другу. Вот и весь секрет семейный. Павел Берсенев, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН.